Конкурс традиционно посвящен знаменательным и памятным датам России. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений Приднестровья в возрасте от 10 до 18 лет. В этот раз предложены три темы. Москва, как много в этом звуке, к 870-летию Москвы. Есть у революции начало, к столетию Великой Октябрьской революции и Золотой фонд русской литературы, о писателях и поэтах, вошедших в сокровищницу русской литературы. Мы, во-первых, эти конкурсы проводим с целью сохранения исторических духовных традиций русского народа, популяризации истории российского государства, и с тем, чтобы наша молодежь знала корни свои, истоки. Все-таки это Приднестровье России у нас навек неразрывны, территория эта создана государством российским, поэтому наши дети, подрастающее поколение, должны знать свою историю. Победители конкурса получат возможность участия в экскурсионной поездке по памятным и историческим местам России и участия в детском лагере. Наиболее интересные работы будут опубликованы в сборнике «4-й республиканский молодежный конкурс творческих работ России «Верные сыны».